Зовет столько чудесных мест.
последний раз в уютном светлом зале. Сюда проститься с детским садом с утра спешат дошкольники. Давайте встретим их с улыбками и громкими аплодисментами. Сегодня в этот день танцевать и петь не лень, потому что к нам весной приходит праздник выпускной. Ты нас принял малышами, детский садик нас родной, но теперь мы родными стали и прощаемся с тобой. Оставив здесь кусочек детства, уходим в первый школьный класс. Мы с вами будем по соседству и вспомним вас еще не раз. Не раз мы вспомним, как играли, и сколько было здесь затей, как рисовали вечерами и лес, и маму, и ручей. Мы вспомним группу и игрушки, и спальни ласковый день. А как собить друзей и подружек, с кем столько лет мы жили? Да, мы грустим совсем немного, и время не вернуть назад, и нам пора, пора в дорогу. Прощай, любимый детский сад! Сегодня мы выпускники, уже не дошколята. Нас ждут веселые звонки и новые ребята. Пусть винил звонок веселый. Скажи, дружка. Здравствуй, школа! Выпускной.
летают в ней. Подросли наши ребята и кидают этот дух. А еще совсем недавно мы были такими маленькими и беззащитными. Такими. Встречайте многочисленных гостей. Простите.
Школе.
умеете? Да! Мы сейчас вас и проверим. Как вы умеете читать? Слушайте внимательно. Пять ребят в футбол играли. Одного домой позвали. Он глядит в окно, считает. Сколько их теперь играет? Четыре! Хорошо, хорошо, справились. Давайте усложним. Как-то четверо ребят с горки покатились. Двое в саночках сидят. Сколько снег свалилось? Два! Молодцы, хорошо, и здесь справились. На плите взлетел петух, повстречал еще там дух. Сколько стало петухов? Три! Раз к зайчонку на обед прискакал дружок-сосед. На пенек зайчата сели и по две морковки съели. Кто считать, ребята, ловок? Сколько съедено морковок? Две! А может быть, родители внимательно слушали? А родители знают, что я почти готов. Молодцы! Не скучно будет с вами, профессорами, батюшка! Ты загадки задаешь нашим ребятам? Давай теперь не тебя. Да, конечно, я все знаю. Проверь. Ну так, значит так. Было у тебя в кармане два яблока. Одно яблоко ты отдал Маше. Сколько у тебя яблок осталось? Врешь. Нет у меня там никаких яблок. Вовка, это задача. Представь, было у тебя два яблока. Одно ты отдал Маше. Сколько у тебя яблок? Да два осталось, два. Да никому я яблок не отдам. Вы что, хоть они пусть топают, хоть плачут, давайте Маше. Никому я не отдам. Так что два. Это задача. Ну никому я яблок не отдам. Это задача. Это задача. Это задача. Яблоко у меня там нет. Да, нет, да, да. Задачки ты решать не умеешь. А давайте-ка мы родителей проверим. Умеют ли родители задачки решать? Слушайте, мамы. Слушайте, папы. Задачки для вас. В каком месяце идут дети в школу? В сентябре. В сентябре, конечно. Третий день недели. Пятерка. Перерыв между уроками. Перемены. Молодцы какие. Что меньше, полтора или один с половиной? Одинаково. Одинаково. Сколько ушей у четырех мышей? Восемь. Сколько хвостов у пяти петухов? Пять. Молодцы, ну не все отвечают. А во время дождя заяц под каким кустом сидит? Под мокрым. Молодцы, правильно. А сейчас, ребята, мы с вами поиграем. Да, самая игра. Какая самая? Да? Так, под веселую музыку мы с вами будем ходить по залу. Вот. Мы вам раздаем цифры. Вы помните, да? Да. Вы сохраняете счет. Зеленая строится с этой стороны. У кого голубые карточки с этой? Не смеяна, а ты цифры-то знаешь? Сколько? Конечно, знаю. Я уже 10 лет в школу попасть хочу. Научился я считать. Раз, два, три, четыре, пять. Посчитаю до пяти. Помогу до десяти. Сосчитаю, как сяду в бочке. Поставим. Тихо, не толкайте.
Thank you.
Мы ждем Василису. Получается ничего! Конечно! У нас
Давай, 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 давай
Давайте еще раз попробуем. Сейчас посмотрим. Да, обязательно.
стол пойду. И что удумал? Какая голова такая? Ты что, нет? Хоть тут веселить меня будешь, и не смеянушку веселить будешь. Так ей же тоже школу надо. Зачем? Так она у вас ни читать, ни писать не умеет, даже расписаться не сможет. Ой, и то правда. Ой, Вовка, а как же она подписи на приказах-то ставить будет? Это правда. Итак, слушайте мой указ. Всех в школу пустить, никого обратно не впустить. И, дорогие ребята и родители, доброго вам пути. И не забывайте нас. Thank you.
ходят дети школьной дорогой. Но остается в нас частица. Оно остается в них частица нас. От сада детского до школьного порога их провожаем в школу в добрый час. С колокольчик всех позвал, пришла пора прощаться. А как не хочется, друзья, нам с детским садом расставаться. Час расставания, скажем откровенно, вам было с нами тяжело, наверное. Простите нас, не слушались, шалили, но верьте нам, мы очень вас любили. Наш детский сад всегда родным ты будешь, и нас, мы знаем, тоже не забудешь. Жаль, уходим мы из сад. Всем сказать спасибо нам. Сколько праздничных шаров, столько будет добрых слов. И пока еще мы группы, ну-ка песни запоем. Только просьбу, вы не плачьте, а за садик мы зальем. Собрали здесь самые теплые и душевные поздравления, которые, несомненно, понравятся своим адресатам и станут одним из приятных воспоминаний о выпускниках и их родителях. Тяжелый труд руководить любым учреждением, школой, институтом или фабрикой. Но тяжелее всего иметь в распоряжении детский сад. Спасибо вам, дорогая Светлана Павловна. Спасибо вам, коллектив.
коллективе каждый, будь то воспитатель, няня или повар, дарит любому ребенку птичку своей души. Желаем процветания сада, всегда, пусть будет всегда полна здоровья чаша, дом будет согрет семейным теплом и уютом, а свет вашей душевной доброты горит все ярче. Разрешите получить подарок. Детский сад, вы продолжаете ходить прямо до 31 августа.
потом у вас с портфельчиком отправим сразу в школу. Нам очень повезло, что мы теперь комплекс. И мы раньше-то мы ходили к своим воспитанникам, но теперь мы имеем вообще полное право вот просто взять и зайти в школу и посмотреть, как там хорошо наши ребята. Мы больше общаемся с учителями, так что ничего страшного, все перемены. Во всех переменах надо искать плюсы, и мы их уже нашли. Так что у кого-то остались дома братишки и сестренки? Мамы задумались, потому что оказывается в этом году, вы даже не представляете, очередь стала очень маленькой. Нет, мест нет, поистину нет, успеет. Нам надо на будущее уже тут. На будущее. Это такие родители задания. Итак, мои хорошие, ну что, начинали? Вручается главная, первая в жизни награда. Диплом с окончанием детского сада. Пускай у вас будет много наград. Первая в жизни дороже, чем главная. Диплом выпускника детского сада «Истенок» вручается Джигаеву Алексею. Все, собирай, потом.
для диплома приглашается Терентьева Василиса. Спасибо.
Для вручения диплома выпускника детского сада приглашается Геворгян Эмилия. Шарики воздушные не вернуть назад. Красный, желтый,